Тимофей Погодин, да, то есть что из себя представляет готовая система ведения данных? Это объем оборудования, который можно редактировать. Ну, система МДМ, то, что я показывал, это пустые системы, то есть там, соответственно, первая задача, которая этой системе реализуется, это описание самих сущностей справочника. То есть вы сами создаете, какие данные и там, какие сущности являются справочными, и, соответственно, с этого момента они становятся мастер-данными. Вот в нашей теме это обычно классы оборудования, то есть насос там центробежный, его модели и атрибуты, которые описывают эти вот всякие, значит, классы оборудования. То есть сам объем, то есть номер этого насоса с точки зрения завода-изготовителя, это задача уже той системы, в которой это мастер данные использовано, то есть как ссылка на этот объект там, типовой. Опять-таки, идея этих MDM-систем, системе ведения справочников, вы создаете систему классификации, а в той системе, где вы ее колотите, вы используете справочник единообразно.